Ребятушки, мы на море. Смотрите, какое здание сзади меня. И вот оно море, Балтийское. Мы сейчас пройдемся, встретим Нину, а потом вернемся на море. Я так счастлива на море. И солнышко вышло, как хорошо, да? Немножко покажу вам тут, что есть. Людей, конечно, да? Как вам море? Вы водичку пробовали? Все молчат. Никто не признается. Сейчас покажу море. О, боже мой, я уже хочу туда, поближе к морю. Лодочки моторные. Ниночкой на море. Ты ж море покажешь. Сейчас покажу. Все по порядку. Боже, как хорошо, солнце вышло. Я очки оставила в хостеле. Решила их не брать. И теперь иду, щурюсь. Ребята, я не знаю, что рассказывать, потому что эмоции меня переполняют. У меня как-то все прям клокочет внутри. Вот оно. Балтийское море. Это третье море. Запах. Вот здесь как-то пахнет морем, когда сильно к морю. Да. Класс. Вот оно море и шумит оно. О, море, море, предано стало. Попробуй на сон. Я только боюсь, не знаю, как мне подойти поближе к нему. Она, кстати, не очень соленая. Не очень. Может, мало пописали? Люди на бананах катаются. Да. Круто. Вода теплая. Круто, ребята, я на море. Я не верю в это. Вот сейчас волна. Ну да, на тепло, кажется, потому что как бы на улице. Ну да. Вот. Столько людей, я вообще в шоке. Все отдыхают. Вот там дыня за горой. Угу. И вот так вот пляж идет через Сопот до Гданска, можно пешком. Ничего себе. Это прям как мы в Урзуфе ходили на этот Бабахтарму. Ну да. Только в Урзуфе есть ограждение, можно кое-где не пройти, если ты хочешь там запустить дачу, чья-то, еще что-то. О, как хорошо. Не, холодная есть. Холодная. Вот кусок лука приплыл с корабля. Какой-то этот кораблик. Кок выкинул. Да, я ж вот все снимаю, показываю. Круто. Как бы нам фото еще сделать? Ты такая низкая. Низкая и большая башка у меня. Умная стала. Да, очень умная. О, хорошо. Ага, да. Боже, я счастлива. У меня эмоции меня переполняют. Еще и солнце вышло. Мы приехали, было пасмурно, а сейчас солнце. О, другое дело. Ножки не хочешь помочь? Хочу. Хочу. Ребятушки, специально для вас 1 мая 2019 года я иду в Балтийское море. Кайф.
Я в восторге вообще, класс, такие мурашки бывают, по ногам. Класс. Умоемся. Ну, вода не сильно соленая. Не знаю, не соленая. Или, может, у меня такие эмоции меня переполняют, что я вообще не понимаю. Все, ребятушки, будем болтать, гулять и пойдем дальше. Па-па! До новых встреч! Можешь рассказывать что-то? А то у меня руки заняты. Нина, у меня оператор, видишь? Мне некогда снимать видео. Покажу вам цветочки. Это цветочки совсем не такие, как Оля вам показывала клумбу с нарциссами и с тюльпанами. Это отель «Шератон» и центр Сопота. Там концерт какой-то проходит. Еле-еле в кафе нашли место, купили это дорж, рыба, купила курчака, зимняки, у Нины тут салат из белой капусты, тоже рыба, да, и картошка, и пьем пиво. Все, всем приятного аппетита, смачного, до новых встреч. Смотрите, какое красивое дерево. Я просто балдею. Какие цветочки. Как это дерево называется? Как это дерево называется? Кто знает? Пишите в комментариях, ребят, со мной никто не разговаривает. Да, как дерево называется? Как дерево называется? Очень красиво.